Приветствую вас, мои дорогие друзья, на своем канале. И хочу продолжить тему подсолнухи. На прошлом видео мы вязали с вами такую салфетку. И у меня остались еще ниточки, хотелось бы их использовать. Поэтому я вот придумала такую красивую подставку под чашки, под горячие. Если вам нравится такая подставка, предлагаю связать вместе со мной. Для работы нам понадобится 3 цвета нити, желтая, зеленая и коричневая. И крючком я буду вязать 3 миллиметра. Начнем вязание с нити коричневого цвета. Провязываем начальную закрепительную петлю. И затем вяжем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем цепочку в кольцо с помощью соединительной петли. И провязываем 3 воздушные петли для подъема, который заменяет нам столбик с одним накидом. Далее в кольцо свяжем еще 16 столбиков с одним накидом. Всего провязано будет в кольцо 17 столбиков. Так, один у нас уже есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Далее соединяем последний и первый столбик. Вводим крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываем соединительную петлю. Приступаем к вязанию второго кругового ряда. Во втором круговом ряду будем вязать из каждого столбика предыдущего ряда, будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Провязываем вначале 3 воздушные петли, делаем накид и в эту же петелечку провязываем еще столбик с одним накидом. Далее накид и в следующую петлю вводим крючок и вяжем 2 столбика с одним накидом. Так продолжаем вязать до конца кругового ряда. У нас уже получится с вами в конце ряда 34 столбика с одним накидом. Вяжем так до конца ряда. Довязав до конца ряда, присоединимся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Приступаем к вязанию третьего кругового ряда. Провязываем 3 воздушные петли, делаем накид и сюда же в эту петельку вяжем столбик с одним накидом. Далее 2 столбика без накида, провязанные последовательно. Повторяем раппорт узора второй раз. Прибавление. Второе. 2 столбика с одним накидом. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда у нас останется одна петля, в которую мы провяжем столбик с одним накидом. То есть после прибавления у нас получится еще провязанных 3 столбика с одним накидом. Вяжем до конца
и затем я еще раз повторюсь. И вот мы довязали до конца ряда, повторив прибавление 2 столбика с одним накидом 11 раз. И в конце у нас еще остается один столбик в предыдущем ряду. Вот мы в него вводим крючок и провязываем еще один столбик с одним накидом. В итоге у нас получается после прибавления, вот у нас прибавление, еще 1, 2, 3 столбика с одним накидом. Далее мы вводим крючок в третью воздушную петлю подъема и с помощью соединительной петли соединяем начало и конец кругового ряда. Для чего мы провязали так? Нам нужно в итоге, чтобы получилось 60 столбиков в конечном результате провязанным коричневой пряжей. И свяжем еще один круговой ряд. Это у нас ряд четвертый. Здесь мы с вами также будем вязать прибавление 2 столбика с одним накидом и повторим это 15 раз. Провязываем 3 воздушные петли для подъема, делаем накид и в эту же петельку предыдущего ряда вводим крючок и вяжем столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Снова прибавление. И 2 столбика с одним накидом. Все это мы повторяем 15 раз. Вяжем так до конца ряда. Довязали ряд до конца и присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Ниточку можно обрезать. Нам уже нить коричневого цвета не понадобится. А в работу введем нить желтого цвета. Присоединяемся вот к одному из столбиков последнего ряда. Вводим крючок под столбик. Будем вязать столбики без накида, выпуклые. Провязали. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. Под третий вводим крючок и провязываем следующий. Выпуклый столбик без накида. Снова вяжем 1, 2, 3, 4. Пропускаем 1, 2 и вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4. Пропускаем 1, 2. Под следующий третий вводим крючок и провязываем выпуклый столбик без накида. И так вяжем по кругу. У нас вот этот ряд у нас здесь получается, если я не ошибаюсь, 20 лепестков. Здесь я помню 10, а здесь я не считала. Давайте вместе посчитаем, чтобы потом вы могли проверить, сколько у вас провязанных будет арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, естественно, раз здесь 10, то здесь получается в два раза больше. Итак, вы усвоили 4 воздушные петли. Пропускаем 1, 2 и провязываем выпуклый столбик без накида.
И так вяжем до конца кругового ряда. Довязали до конца ряда. В конце ряда присоединяемся первый провязанный столбик соединительной петлей. И приступаем к следующему ряду. Провязываем под арку из 4 воздушных петель столбик без накида. Затем делаем накид и провязываем полустолбик. В следующем вяжем столбик с одним накидом. Далее накид провязываем полустолбик и столбик без накида. Следующий лепесток повторяем. Провязываем столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом, снова полустолбик и столбик без накида. Давайте повторим еще раз. Провязываем под арку следующую из 4 воздушных петель столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом, снова полустолбик и столбик без накида. И так вяжем до конца кругового ряда. Связали последний лепесток и присоединяемся вот в первый провязанный столбик без накида. Далее свяжем 2 воздушные петли, отогнем ярус лепестков и вот в ближайший столбик коричневого ряда провяжем столбик без накида. Далее свяжем 7 воздушных петель и приступим к вязанию 2 яруса лепестков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь мы пропустим 5 столбиков, 5 петелек. В шестую введем крючок и провяжем столбик без накида. Так, смотрим, вот у нас здесь столбик без накида. Затем считаем 1, 2, 3, 4, 5. В шестой вводим крючок и провязываем столбик без накида. Снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой провязываем столбик без накида. И так продолжаем дальше вязать по кругу. И довязали последнюю арку из 7 воздушных петель и присоединяемся в первый провязанный столбик без накида в этом ряду. Далее будем вязать лепестки. Провязываем столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, три столбика с тремя накидами. 1, 2, 3. Провязываем первый столбик. Один, два, три накида. Провязываем второй столбик.
Повторяем третий раз. Один, два, три. И провязываем третий столбик. Далее два накида. И вяжем столбик с двумя накидами. Накид, провязываем столбик с одним накидом. Накид, вяжем полустолбик. И в конце провязываем столбик без накида. И следующий лепесток. Аналогично, как и предыдущий, провязываем столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, три столбика с тремя накидами. Затем столбик с двумя накидами, с одним накидом, полустолбик и столбик без накида. И так вяжем до конца рукавового ряда. Довязав последний 10-й лепесток, присоединяемся соединительной петлей начало вязания ряда. Ниточку можно обрезать и затем аккуратно спрятать с изнаночной стороны работы. И когда я связала вот такой подсумок, мне захотелось его как-то украсить, потому что он так немножко бледноват. Если вам нравится и у вас красивый желтый цвет яркий, то, возможно, вот таким зеленым украшать не надо. Но я хотела связать подставочку с салфеткой, чтобы они как-то вместе смотрелись. Поэтому я решила провязать еще вот такие вот зеленым цветом такие косички. Как вяжутся косички, я сейчас покажу. Берем нить зеленого цвета. И вводим крючок. Вот у нас провязанный первый ряд. И вот между столбиками, да, такие вот пространства. Вводим крючок, подтягиваем ниточку и проводим ее, выводим ее на лицевую сторону. Далее вяжем между промежутками вот такую косичку. Вяжем ее по кругу. И покажу, как я вязала переход. Немного вытяну ниточку, затем крючком ее, эту петельку протягиваю на изнаночную сторону работы. Вот так. Затем вожу крючок над следующим рядом и здесь вставляю в петельку. Подтягиваю ее на высоту, которая мне необходима, и вытягиваю ее вот уже в следующем ряду. И продолжаю
вязать косичку. Здесь немножко у меня не получилось. Попала это начальная ниточка. И вот еще раз я повторяю, как мы переходим к следующему ряду. Вводим крючок вот в первую петельку, вытягиваем ее. Затем с изнаночной стороны вводим крючок и эту петельку тянем на изнанку. Вот так. Здесь мы немного ее также вытянули. Вводим крючок над следующим рядом и вводим его в петлю. Затем подтягиваем ее на лицевую сторону работы. И продолжаем вязать цепочку. Здесь я немножко не сюда ее вытянула, сейчас переделаем. Я ввела крючок между петлями, поэтому внимательно смотрим так, чтобы он выходил вот не между столбиками, а на верхушке. Тогда он не будет петелечка эта проваливаться. Раздвоилась все равно ниточка. Ну, я думаю, что вы поняли, как это все провязывается. Я не буду сейчас уже вязать. Следующий вот такая вот салфетка должна у нас салфетка-подставочка получиться. Кого интересует диаметр, она небольшая. Если хотите побольше, то можно взять потолще ниточку. Вот, ну, я уже все вязала одним крючком, что эту салфеточку, что эти подставочки. Ну, вот у меня получается 13,5 сантиметра. Диаметр донышка получается 9,5. Вот. Такая вот получилась салфетка. Вы решите сами, какая из подставочек вам больше понравится. Либо вот такой зеленой серединкой, либо обычная вот такая коричневая. Может быть, вы придумаете что-то другое. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Пусть у вас всегда все получается. Пусть ваш дом будет наполнен радостью, теплом, любовью. Всем желаю мира и добра. До свидания и до скорой встречи.